Уральске состоялась церемония награждения участников областного этапа национального конкурса «Мерилиот Басе». Успешно пройдя районные и городские туры, 24 семьи отлично показали себя на областном уровне. Семья Кадыровых приехала из Касталовского района. Супруги вместе уже 16 лет воспитывают двух дочерей и сына. Если честно, в последнее время семья и ее ценности остаются без внимания. Благодаря этому мероприятию мы, например, удивляемся новым способностям своих детей. Мы даже друг на друга посмотрели другими глазами. У нас есть своя семейная песня, мы ее часто поем вместе. Сейчас стали замечать, что голос у младшей раскрылся, стал насыщенным и красивым. Участвуя в конкурсе, мы берем для себя то, чего раньше не знали или не делали. Это очень полезно — общаться с другими семьями. У нас появились друзья, и наши дети расширяют кругозор. В этом году в конкурсе «Мерилиот Басе» приняли участие 130 семей, из них 24 прошли отбор. Всех собравшихся с этим поздравил заместитель акима области Бахаджан Нарымбетов. Проведение такого конкурса уже достижение, а быть лучшим среди лучших – отличный показатель. Вы – наша гордость. Когда семья гордится собой, своими делами и единством, это значит, что и общество растет в понимании мира и созидания. От каждой семьи, в частности, зависит стабильность и согласие в целом. Я желаю вам и в дальнейшем успехов и благополучия. Ежегодно статус и число участников конкурса «Мерилиот Басе», объявленного 9 лет назад, растут. Казахстанские семьи, осознавая важность данного института, уделяют укреплению своего союза и пропаганде традиций больше времени. В этом году в конкурсе приняли участие 130 семей в целом, из них 24 прошли отбор. Победители конкурса – семья Халыковых из Касталовского района. Представляли регион на республиканской сцене и вернулись оттуда лауреатами. В ходе мероприятия наградили образцовые ячейки общества, вручив им дипломы и памятные подарки. Это не только благополучные семьи, но активно участвующие в жизни своих сел и городов люди. В конкурсе «Мерилиот Басе» мы участвуем впервые, у нас четверо детей. Мы счастливы вместе. Очень важно, чтобы в воспитании детей участвовали и прилагали все усилия оба родителя. Они должны понимать и уступать друг другу. Тогда и в семье будет благополучие и покой. Праздник закончился музыкальной программой. Алмагуль Джампейсова, Асламбек Саламатов, Армат Рахмеджанов, телеканал Акжаик.